Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру, трехдневному, да, будет в прямом эфире, но будет и запись, к трехдневному манифесту, во время которого вы сможете присоединиться к групповому полю волеизъявителей, где мы будем прописывать, реально прописывать своей рукой, желательно красной пастой, красным цветом, те волеизъявления, которые мы сейчас вкратце с Оксаной вам чуть-чуть так поверхностно зачитаем, расскажем, о чем это будет. И вот вы послушаете сейчас, подумаете, если вам это откликается, присоединяйтесь, потому что будет очень мощная групповая работа, во время которой вы будете волеизъявлять очень важные и нужные вещи. Итак, о чем это? Я хотела бы немножечко раскрыть, для чего вообще нужно волеизъявление. Все мы понимаем, что у нас есть душа, что у нас есть дух, что мы пришли сюда проходить какой-то свой опыт для того, чтобы пройти какую-то карму. Но на самом деле это все навязанное как бы нам понимание того, что мы что-то должны здесь мучиться, страдать или проходить какую-то карму. На самом деле наша душа божественная. Это искра Божья, которая пришла на землю быть счастливой и радостной. И когда мы пробуждаемся, волеизъявляем. Почему волеизъявляем? Потому что мы обладаем свободной волей изначально, с момента рождения нашего, нашей души. А эту волю у нас забирали веками, поколениями, принижали, делали нас ниже плинтуса, опускали так, что мы жили в страданиях и выживаем. На самом деле нам, как душам божественным, здесь на земле очень много чего принадлежит. И то, что сейчас происходит, это пробуждение того и освобождение от тьмы, которая сейчас нас поработила. Вы все уже прекрасно понимаете, что мы находимся под тотальным контролем. Мы имеем идентификационные номера, мы имеем какие-то там еще номера, да? Везде нам надо где-то зарегистрироваться, надо дать все свои данные. И не факт, что их будут сохранять. Они могут быть доступны везде. Это нарушается права нас как божественных душ, потому что мы здесь хозяева, не кто-то, пришедший из других планет, а именно мы. И вы знаете прекрасно о рептилоидах, о серых, о темных. Вот именно когда мы изъявляем свою волю, проявляем себя в мире, воле изъявляем, то есть проявляем то, что мы не хотим, чтобы нами руководили, не хотим держать себя, чтобы нас под контролем. Не хотим, чтобы пользовались нашей энергией. Мы освобождаем пространство для себя, для развития своих потомков. Освобождаем из мира Нави своих предков. И вот в этом прекрасном манифесте, где мы с вами 3 дня будем прописывать. Почему 3 дня? Потому что манифест очень огромный и хочется осветить, затронуть все сферы. Потому что когда вы будете его прописывать, вы будете понимать, насколько мы там увязли и насколько нас там держат оковами, приковали, да, гири повесили, на шею повесили камни, чтобы мы не видели божественный свет. Вот волеизъявление как раз вам поможет вернуться к своей искре Божьей, к своему внутреннему свету. Вы начнете расправлять свои крылья, вы начнете понимать, что нам вот этими масками закрывают рот для того, чтобы мы не могли себя проявить. Манифест, который мы с Катюшей вас приглашаем, как раз это первый шаг, первое зернышко того, чтобы вы стали свободными, счастливыми, радостными именно душами, понимаете, не человека штампами и товаром, которым нам и пользуется, а именно душами. Мы немножко там будем рассказывать, с чем это связано. Но сейчас наша задача немножко рассказать о самом манифесте, что же мы там будем прописывать. Давай, Катюша, расскажем. И да, ты здорово, что так приоткрыла. Думаю, много информации. Короче, ты молодец, что вот да, так немножко шире рассказала. Самое первое, с чего идет написание манифеста, это осознание и волеизъявление установить защиту. То есть в написании будет идти такое волеизъявление, не просьбы в манифесте, а требования на осознание волеизъявления и ответственности. Самое первое, устанавливаем защиту.
Потом осознаем себя частью единого целого сознания и действуем только во благо себя и всего окружающего пространства. Да. Будет тоже волеизъявление для того, чтобы произошло очищение от вредоносных программ и произошла синхронизация с кристаллической решеткой Земли и активация всей миг. Всей миг — это такая мера длины, которая у нас звучит в сказках, в сказах. Уже мы не употребляем эту меру длины, но она распространяется как раз во все временные ветки, во все пространства, времена и реальности. Все вы знаете, что мы имеем какие-то кристаллы внутри себя, да, все об этом говорят, что внутренний кристалл, то есть внутренний стержень, внутренняя сила. И вот мы будем декларировать о независимости и распространении вот этого волеизъявления на все наши кристаллы, которые будут синхронизироваться с кристаллической решеткой Земли и с каждым из нас в нашем роду. Будем выставлять все вот эти наши волеизъявления на космические нейронные связи, что очень важно — восстановить свои нейронные связи, потому что есть воздействие, которое нам разрушает эти связи. Да. Будет также волеизъявлен запрет на и остановка, и обнуление всех негативных, техногенных, магических, техномагических, паразитирующих, разрушительных систем, и также заявление о свободе воли и неприкосновенности. Сделаем осознанный выбор ветки своей реальности, где будет резонировать принцип «подобное к подобному». То есть если вы счастливый, радостный человек, душа божественная, то чтобы к вам притягивались божественные души, а не люди или, скажем так, инопланетяне, не смели к вам подойти и пользоваться вашей энергией. Также будет волеизъявление требований снять все блоки родовой и космической памяти, искусственной кармы. Вот это очень важно, где нас встречают, и не попадая к истоку, у нас даже нет возможности сделать свой выбор. Нам говорят: карма, давай колесо сансары, воплощайся, отрабатывай, что мы долгие годы и делали, пока не наступило утро сварога и не открылась более объемная информация, вот благодаря которой мы сейчас это осознаем. Дальше будет требование снять влияние паразитических, подавляющих сознание систем всевозможных рептилоидных, драконовых, инсектоидных, земных и неземных всевозможных служб, средств массовой информации, а также тайных масонских, магических, демонических орденов и всех конгломератов, работающих на порабощение человечества в целом и его индивидуальных частиц, клеток, нас в частности. Мы волеизъявим пресечь любое дальнейшее влияние с их стороны, а также разорвем все связывающие нас контракты. Волеизъявим разорвать, вернее так, мы не можем разорвать, мы волеизъявим, а это сделают уже высшие силы. Мы не воюем, мы только принимаем решение, что мы хотим свободно передвигаться по своей планете и жить счастливо. Мы волеизъявим запрещение воздействия и аннулирование, полное сгорание во вселенской печи всех вот этих воздействий, которые нас держат в оковах, цепях, психическом, эмоциональном напряжении. Параллельно после этого произойдет волеизъявление на активацию ДНК. Мы откажемся от борьбы с этими системами и выразим намерение на мирное разрешение этой ситуации, потому что если мы воюем, это разрушает. Если мы созидаем, это идет только во благо всем. Потому что все, что создано Творцом, оно создано для нашего блага. Но паразитирующие системы нам не нужны. Конечно же, начнем сразу одномоментно забирать всю энергию из всех паразитических систем, всех эгрегоров земной матрицы, всех таких лжеучительских систем, несущих искажения и порабощение свободной мысли. Заберем всю энергию из эгрегоров войны, голода, бедности, нищеты, страха, депрессии, суицида, апатии и финансового рабства. Вот это очень важно. Да. Нас вот эти кредиты вообще затянули так, вот эти финансовые компании, вот как раз это волеизъявление поможет разорвать вот это воздействие. Мы попросим установить прямую связь и защиту над всеми нашими близкими и незнакомыми, братьями и сестрами, имеющими отношение к данному манифесту и ожидающими его активации, дабы потом их опыт и уроки были достаточно усвоены в текущей реальности.
Это о чем? Это говорит о том, что если нас наберется достаточное количество, а чем больше нас, тем больше сила, вы же понимаете, да, если мы из разных кусочков нашей планеты, из наших, будем волей изъявлять, то есть светить, то это будет очень мощно. Будет затребована поддержка энергоинформационная, дабы в кратчайшие сроки очищена была истинная кристаллическая решетка Земли и каждый кристалл в ней, а также все индивидуальные частицы единого сознания, то бишь мы. Мы потребуем, чтобы любое воздействие на нас в дальнейшем проводилось исключительно в рамках нашей свободной воли, с нашего осознанного согласия и разрешения в этой реальности. Не в снах, не в иных реальностях, а именно там, где мы можем сделать осознанный и взвешенный выбор. Волеизъявим запретить брать слепки наших фантомов и отпечатков ДНК в любом виде для любых целей. И возвратим себе все снятые с нас фантомы и отпечатки здесь и сейчас, очищая их в свете Творца. Также волеизъявим вернуть нам немедленно все наше. Потребуем прекратить трансляцию катастрофических сценариев посредством вещих снов и предсказаний. Заберем свое внимание из этих веток реальности. Потребуем вернуть потенциал всем тем, кто был введен в заблуждение посредством подобных пророчеств. Будет просьба, вот здесь обратите внимание, мы практически везде, да, волеизъявляем, требуем, затребуем, но будет просьба к силам мудрости, к энергиям изобилия, независимости, процветания, для того, чтобы были такие созданы конгломераты из нужных людей и событий, влияющих на наш общий созидательный процесс, чтобы мы объединялись. Попросим предоставить нам все те возможности, знания, силы, методики развития и коммуникации, будь то между собой на Земле или с иными мирами, к которым мы имеем доступ в иных воплощениях, которые наиболее подходят каждому из нас на данном этапе развития и могут быть поддержаны нашими текущими телами, носителями. Ведь тело – это временный скафандр, в котором живет наша душа, которую нас пленили, да? И вот она единственная может, мы как люди, как человеки, да, мы как люди, как души, имеем только доступ к энергии Творца. И это у нас порабощает. Вот мы будем как раз возвращать эту энергию. Будет просьба активировать память своего истинного предназначения. Вот все, кто пытаются вспомнить, осознать, вот, то есть будет предоставлен доступ к истинному предназначению, возможностям и потенциалу. И будет выражена нами готовность к принятию информации в виде озарений, снов, мыслепакетов, способствующих нашему развитию, находящихся в глубине наших сердец. Мы волеизъявим простить себя и отпустим чувство вины во всех воплощениях, временах и пространствах. Мы простим всех тех, кто мог обидеть нас во всех воплощениях, временах и пространствах. Будет обращение к Матушке Земле прикоснуться и соединиться со своим сердцем, с нисходящим космическим потоком чистого сознания, действующим на пробуждение планеты и всех нас, ее детей. Пришло время, и мы будем заявлять о нашей готовности и будем просить принять наш зов. И в конце мы будем копировать этот манифест на наши кристаллы, на кристаллическую решетку Земли, будем распространять его по всем кристаллам наших клеток, по всем органам, чакрам, молекулам ДНК наших тел. Передаем его по всем кристаллическим сетям всех пространств и вариантов нашей Вселенной и прописываем его в вечности. То есть мы проявим себя как вольные, свободные души, которые уже много поколений этого не делали. И Вселенная уже о нас практически забыла. Поэтому, если мы этот манифест сделаем, Вселенная нас услышит. Чем больше людей будет на этом манифесте, тем наша планета будет более здоровой и быстрее все процессы, вот эти, которые уже запущены, они пройдут самым наилучшим образом и в самое ближайшее время. Поэтому мы с Катей призываем вас принять участие в этом, если вам это отзывается, если вы не хотите жить в порабощении, если вы не хотите жить в энергиях страдания, выживания, в энергиях
тех, которые вот после тотального контроля, издевательства над людьми. Ведь все, что происходит сейчас в системах, да, в системах, это в любых системах, это воздействие не на душу, а на бумажного человечка, у которого есть паспорт. Это мы отдельно затронем эту тему. Да, дорогие друзья, ну и что сказать, все мы с вами знаем советский мультфильм «Ну, погоди», вот так уже на минуточку, зачем более изъявлять. Так вот, позавчера на территории Российской Федерации он был официально запрещен. Мультфильм «Чиполлино» тоже был запрещен. То есть начинается огромное воздействие, трансгуманизм распространяется на территорию вообще всего мира, и сейчас реально все зависит от нас. Если мы не будем осознавать себя вольными, свободными, не будем открывать рот и говорить, все будет происходить по нашему согласию, а согласию молчим, значит, мы соглашаемся, да? Вот, поэтому... Очень важно понять хотя бы чуть-чуть то, что мы сейчас вам сказали. На марафоне чуть-чуть больше мы расскажем. Это будет 3 дня. Вы пишете просто, мы в группе садимся, пишем каждый в свою тетрадь красной пастой волеизъявления под диктовку. Да. Если у вас нет возможности присоединиться к прямому эфиру, да, вы можете это сделать в записи. Это тоже будет хорошее подключение к групповому полю осознанных людей, которые готовы волеизъявлять, брать ответственность и вообще... Которые готовы что-то менять, понимаете? Только от нас зависит, как мы будем жить и где мы будем жить. За нас да. Этого никто не сделает. Вот это принять ответственность за свою жизнь на себя. Да. Поэтому приглашаем вас. Стартуем мы 20 марта. Цена смешная, символическая. 20 мая. Мая, вот ты видишь? Мая. А надо было в марте, наверное. В марте, да. Цена смешная, 360 гривен за 3 дня. То есть это чисто энергообмен. Мы не делаем эту практику как заработок, да, мы делаем ее больше как предложение, как можно большему количеству людей присоединиться и сделать то важное, что делать нужно. Вот, поэтому это... просто энергообмен, да, на те затраты, которые будут сделаны нами, ну и все вместе мы должны будем, нас услышат уж точно. Вот, пишите в личку, создается группа в Zoom и работать будем в Zoom. Всем пока, до встречи! До встречи!